Где-то кошки жалобно мяукают, звук шагов я издали ловлю. Хорошо твои слова баюкают, третий месяц я от них не сплю. Эти прекрасные строчки принадлежат замечательной русской поэтессе Ане Ахматовой, а само произведение называется просто «Бессонница». Как понятно из контекста, причиной ночного бодрствования послужили для нее переживания личного характера, что мешает спать жителям нашего города традиционно в начале программы. Когда работал по 16-17 ночей, на работе было, прихожу, не могу заснуть. А как боролись с этим? Как боролся? Молоко теплое, вот. Чай с малинкой, ну и все. По старому рецепту молоко с медом за 2 часа до сна. Ну, а если не помогает, препараты пью. А почему вы считаете, у вас бессонница бывает? А потому что, когда работа, переживаю сильно много. Я всю жизнь проработала, 35 лет проработала продавцом. Нервная работа. Переживания, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, у вас бывают проблемы сна? Бессонница мучает? Мучают на нервах. Знаю это. А как вы боретесь? Не сплю, не ем. Отвлечься чем-то. Найти положительное во всем. Как говорится, человек должен искать положительное. В самом негативном даже. Сейчас самое время, чтобы представить нашего сегодняшнего гостя. Итак, знакомьтесь, Алексей Борисович Малков, врач-невролог кабинета сна, поликлинического отделения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Здравствуйте, Алексей Борисович. Здравствуйте. Ну, учеными подсчитано, что примерно треть своей жизни, а это ни много ни мало целых 25 лет, человек проводит во сне. Казалось бы, за такое время можно сделать массу полезных дел, но почему-то получается так, что таблеток от сна не придумано, скорее разработаны таблетки против бессонницы. А как вы думаете, почему? Сон – это естественный физиологический процесс, вследствие которым в организме человека вырабатываются определенные вещества – биологически активные вещества, ферменты, гормоны, вследствие которого происходит процесс жизнедеятельности. Если человек проводит даже одну ночь без сна, весь циркадный ритм сбивается и возникает дефицит внимания, настороженность, тревога. И что же уже говорить, когда человек проводит большое количество времени без сна? Ну, прежде чем продолжить наш разговор, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, в котором мы собрали с наиболее популярные заблуждения и мифы о том, что такое здоровый сон. Итак, начнем с наиболее популярного заблуждения о том, что выспаться можно впрок. Действительно, на выходных мы стараемся спать как можно дольше, надеясь добрать то, чего не хватило, и еще немного оставить на неделю вперед. А беременным, следуя такой логике, вообще стоит впадать в спячку на все 9 месяцев. С рождением ребенка о полноценном сне придется забыть как минимум на пару лет. Однако ученые рекомендуют установить режим и стараться следовать ему все 7 дней в неделю, то есть по возможности строго придерживаться режима сна. Далее о физической нагрузке перед сном. Почему-то считается, что вечерние тренировки – гарантия быстрого засыпания и полноценного ночного отдыха. Между тем, доказано, что тренируясь вечером, вы разгоняете кровь и потом заснуть становится значительно труднее. Врачи рекомендуют заканчивать со спортом за 3 часа до сна. Еще одно неоднозначное утверждение – чем старше становится человек, тем меньше ему требуется времени для сна. Как бы в преддверии сна вечного, а между тем потребность во сне в любом возрасте – остается неизменной. А вот то, что с годами засыпать становится все труднее, это правда. Алексей Борисович, ну а с какими еще заблуждениями о том, что такое здоровый сон, вам приходилось встречаться на практике? Да и вообще, что значит здоровый сон? Очень интересное заблуждение является то, что люди, обращаясь ко мне, говорят, что они не спят. Не спят десятилетиями, не спят годами. Смысл в том, что максимально человек без сна может жить не более 10 дней. Максимальная длительность даже в книге рекордов Гиннесса зафиксирована – это 11 дней. И то это являлось пытками в Древнем Китае. Соответственно, человек должен спать, и спит он всегда. Есть такая вторая фаза сна, при котором во сне происходят сны-мысли. Человек начинает пережевывать и обрабатывать все, что произошло в течение
текущего дня и предыдущего времени. Люди думают, что они не спят, думают о чем-то, целую ночь ворочаясь в постели, но оказывается, что они по-нормальному спят, ну, порядком там нескольких часов. Еще одно заблуждение – алкоголь. Люди считают, что они спят только под воздействием алкоголя. И только в этом случае у них происходит здоровый сон. Это очень большое заблуждение, так как алкоголь погружает человека сразу же в быструю фазу сна, не давая нормальным циркадным ритмам сна сформироваться. И вследствие этого сон получается нездоровый и даже очень нехороший. Ну, как вот совсем недавно говорили, и в общем это научно доказано, сон человека действительно состоит из двух фаз. Фазы быстрого сна и фазы медленного сна. Можно немного подробнее об этом? Да, конечно. Итак, человек, засыпая, в норме должен погружаться в медленную фазу сна. Медленная фаза сна состоит из четырех фаз. Первая фаза сна происходит таким образом, что энцефалограмма здорового человека выдает сначала свою обычную активность. Возникает альфа-ритм от 8 до 12 Гц, после чего этот альфа-ритм утихает, человек начинает расслабляться, погружаясь в более глубокую фазу. И когда он переходит из первой в вторую фазу, на энцефалограмме, на работе коры головного мозга видна только изолиния. На второй фазе возникает бета- и тета-активность, и возникают так называемые сонные веретена. Только вследствие наличия этих сонных веретен ученые узнали, что во время сна происходят какие-то процессы, следя за энцефалограммой спящего человека. После возникновения второй фазы сна мышцы расслабляются, сердцебиение урежается, пульс урежается, дыхание становится редким, глубоким, громким. Происходит повышенное потоотделение, мышцы расслабляются все больше и больше. После этого человек погружается в третью, четвертую фазу сна. Это сон глубокий. Именно в этой фазе происходит еще большее замедление активности. Желудок и кишечник начинают работать все медленнее, мышцы расслабляются все больше. Это называется дельта-сон, самый глубокий. Именно, что самое интересное, именно в этой фазе сна люди видят кошмары. В других фазах сна кошмары не снятся. И именно поэтому можно работать, что интересно, с людьми, у которых есть кошмары, не погружая их в более глубокий сон и таким образом не давая человеку видеть кошмары. Это тоже очень интересный факт. После этого человек переходит в быструю фазу сна. Медленная фаза сна по-нормальному длится порядком 20-30 минут и может достигать часа. После этого возникает быстрая фаза сна. Быстрый сон называется только потому, что происходит фаза движения глазных яблок, то есть мышцы расслабляются еще больше, но глазные яблоки начинают двигаться, и больше всего расслабляются мышцы шеи и подбородка. Во время этого пульс учащается, давление немного повышается, немножко повышается температура тела, есть различия выработки гормонов, которые вырабатываются в медленную, в быструю фазу сна. И что самое интересное, человек в этой фазе видит сны. Могут быть сны яркие, могут быть сны неяркие, но обязательно с зрительными ощущениями. И что самое интересное, если разбудить человека именно в эту фазу сна, человек помнит сон. А если разбудить в любую другую, он говорит, что он сна не видел. То есть, если я просыпаюсь и не помню своих снов, это значит, что я просыпаюсь, видимо, в медленную фазу сна. Да. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день сна, учрежденный по предложению Всемирного фонда психического здоровья. Ну а 21 марта проводится еще один Всемирный день сна, но уже в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам здорового сна. Такое внимание, видимо, не случайно. Расскажите, пожалуйста, о том, какие бывают нарушения сна, чем они опасны. Ну, во-первых, нужно поделить на истинные нарушения сна и ложные. В любом случае нарушение сна – это проблема. И проблема чаще всего не только нарушение сна, но и причина ее возникновения. Наиболее частые причины нарушения сна – это дисомнии. Дисомнии – это непосредственно нарушение количества сна и возможности засыпания. Дисомнии делятся на предисомнии, то есть человек не может уснуть. Следующее нарушение сна – это интросомнии, то есть человек засыпает, но просыпается через несколько часов и снова не может уснуть, ворочаясь, засыпает вновь. Следующее – это человек просыпается рано, то есть ему не хватает количества сна, но засыпает он хорошо. Это дисомнические расстройства. И есть уже парасомнии – это нарушения, связанные с неврологическим дефицитом,
например, ночные эпилепсии, ночные нурезы, синдромы беспокойных ног, их огромное множество. Последствия перенесенных инсультов, инфарктов головного мозга тоже вызывают нарушения. Хронические боли, но это уже занятие врача-невролога. То предыдущее больше, наверное, занятие врача-сомнолога, психотерапевта, ну, психиатра. Также различные нарушения функции внутренних органов могут нарушать сон. Ну, то есть вот таким образом. Еще есть одно такое довольно серьезное заболевание, которое называется синдром сонных апноэ. Это остановки дыхания во сне, которые уже, наверное, кроме обычного дискомфорта, нарушений сна, могут нарушать и процесс жизнедеятельности и здоровья. Алексей Борисович, ну а какие методы современной диагностики используются для того, чтобы понять, какие у человека есть нарушения сна? Наверное, единственным и золотым стандартом сомнологии является полисомнография. Это метод регистрации потенциалов человеческого тела во время сна. Полисомнография включает в себя энцефалограмму, работу коры головного мозга, окулограмму, движение фаз глазных яблок, миография подбородка, кардиограмма, миография верхних и нижних конечностей, сатурация кислорода крови, пульсоксиметрия, экскурсия брюшной и грудной клетки, видеомониторинг, ну и еще некоторые другие. То есть вследствие этого обследования, которое есть у нас в Республиканском научно-практическом центре, плюс видеомониторинг, мы можем получить общую картину человеческого сна, построить, что немаловажно, точную гипнограмму, то есть это распределение сна по фазам, и уже определить, человек просыпается, человек задыхается, из-за чего у него все происходит, из-за сердца, из-за работы коры головного мозга, и что же происходит в конечном итоге с его организмом во время этих нарушений. То есть, по большому счету, человек должен приехать к вам и спать в какой-то специальной комнате? Да, у нас есть лаборатория сна, оборудованная полисомнографией. Человек спит, во время этого происходит запись всех его потенциалов, плюс происходит видеомониторинг, и в последующем врач утром расшифровывает ему и рассказывает, в чем же причина нарушения его сна. И если у него есть какая-то патология, врач рассказывает, как с этим бороться, ну и подбирают определенную терапию. Алексей Борисович, а существует ли на данный момент какая-то научно доказанная продолжительность здорового сна? И вообще, чем опасно хроническое недосыпание? Ну, во-первых, самое главное сказать, что сон должен быть определенной длительности. Но он должен быть определенным для каждого человека. Здоровый сон – сон от 6 до 9 часов. Более длительный сон – это плохо. Более короткий сон – это тоже плохо, это хроническое недосыпание. Здоровый сон должен состоять из 6-5 циклов смены медленного и быстрого сна. Это норма. Если циклы биоритмы сбиваются, человек не погружается в более глубокие фазы сна, сколько бы он ни спал, все равно сон здоровым не будет. Второй аспект – сон должен проходить в хороших комфортных условиях. Во-первых, это темнота. Самый главный критерий этому нужен для того, чтобы вырабатывался мелатонин. Мелатонин – естественный гормон сна. Как только человек решил уснуть, мелатонин начинает вырабатываться. Как только свет попадает на сетчатку глаза, мелатонин сразу же разрушается. Поэтому самое главное – стараться ночью не смотреть на мобильные телефоны яркие, не ходить, не включать свет. Как только это происходит, здоровый сон может прекратиться и вовсе. Следующим фактором является лучше ложиться все-таки в одно и то же время для того, чтобы ритмы сна и бодрствования сохранялись. Организм постоянно привыкает к определенному ритму, ему проще уснуть. Называется ворота сна. Как только человек попадает в эти ворота, когда он только захотел уснуть, лучше, конечно же, идти. Пересидел, пересмотрел телевизор, и вот уже сон пропал. То есть лучше вот так. И цикл должен чаще всего должен состоять из полуторачасовых интеграций, то есть либо 6 часов, либо 7,5, либо 9, потому что в основном смена циклов происходит каждые полтора часа. Еще очень большой плюс – лучше всего просыпаться в быструю фазу сна или в период ее окончания. Человеку видят сны, он просыпается выспавшимся, ну и в полным сил. Просыпание в медленную фазу сна ну, более чревато разбитым днем, как бы, как говорят, встал не с той ноги. Поэтому лучше поставить будильник немножко на раньше, каждый человек уже подберет для себя, когда ему лучше встать. А как понять, насколько тебе поставить будильник? Когда у тебя бывает быстрая фаза сна? Во-первых, поделите свой сон на полуторачасовые промежутки.
сложите их, и у вас получится 7,5-9-6 часов. Это первое. Во-вторых, вы можете лечь спать и попросить супруга или супругу, который спит с вами рядом, посмотреть. Если, к примеру, вам нужно вставать в 6 часов, попросите, чтобы он посмотрел, не движутся ли глазные яблоки. В то время, когда движутся глазные яблоки, начинается фаза, ну, или длится фаза быстрого сна. В этот период лучше всего разбудить. Пусть он засечет это время и скажет, что в следующий раз вам надо вставать в 6.05 или без 5.06 или в 7.15. Таким образом, будете вставать гораздо проще. Либо вы можете проснуться и почувствовать, вот я сегодня как-то плохо спал, значит, я проснулся в медленную фазу сна. Попробуйте поставить будильник на 15 минут раньше. Вы просыпаетесь на 15 минут раньше, и вот вы уже хорошо себя чувствуете. Где-то так ваша фаза сна и возникает. Но для того, чтобы хорошо спать, нужно стараться ложиться все-таки в одно и то же время. Чем же опасно хроническое недосыпание? Хроническое недосыпание – это хронический стресс для организма. Во-первых, это изменение всех процессов жизнедеятельности. Люди с хроническим недосыпанием тревожны, депрессивны, возникает эмоциональная лабильность. При длительном недосыпании возникает уже как бы умственный, когнитивный дефицит. То есть все сказывается, как будто хронический стресс. То есть все это плохо, что может привести к сердечно-сосудистой патологии, к различным тревожным расстройствам. Ну, вот как-то так. Алексей Борисович, совсем недавно мне попалась на глаза статья какого-то автора американского о том, что женщины, у которых есть недостаток сна, страдают гораздо чаще избыточным весом. Скажите, это так и только ли женщин это касается? Это может связать с тем, что во время сна вырабатывается соматотропный гормон, гормон роста. В младенческом возрасте он нужен для того, чтобы ребенок рос. Даже когда выработка соматотропного гормона у детей происходит, дети видят сны, как будто они летают. Так действительно есть, они растут. Уже во взрослом возрасте соматотропный гормон влияет на липидный обмен. И если его не хватает, соответственно, липидный обмен нарушается, и люди начинают полнеть. Первый аспект этого вопроса. Второе – недосыпание, хронический стресс. Когда в организме стресс, организм начинает себя оберегать и чем-то запасаться. А чем мы можем запасаться? Только подкожно-жировой клетчаткой. Соответственно, все-таки надо спать столько, сколько нужно. Алексей Борисович, часто можно услышать о том, что беспокойство из-за бессонницы может быть опаснее самой бессонницы. Какие простые правила нужно соблюдать при таких состояниях и насколько эффективным может быть немедикаментозное лечение? Ну, во-первых, если вас беспокоит бессонница, все-таки стоит обратиться к врачу, который этим занимается. Чаще всего это невролог, психотерапевт, ну или сомнолог. Второе. Надо соблюдать простые правила, которые поддержат сон здоровым. Во-первых, спать в удобной постели, в темноте, стараться не смотреть ничего, ну то есть ярких каких-то вспышек перед сном, не смотреть телевизор и стараться все-таки засыпать с выключенным светом, лучше без мобильного телефона, лучше с книжкой засыпать. Следующее – это ложиться, стараться в одно и то же время и не пропускать свои ворота сна, которые вас зовут уснуть. Существуют такие простые правила, как в помещении должно быть приятно прохладно, можно использовать увлажнитель, если дома жарко, стараться ложиться все-таки в одно и то же время. И есть один такой хороший бонус – всегда у человека есть условные рефлексы. Хорошо выработать себе такой условный рефлекс, который позовет организм спать. Кто-то пьет чай перед сном и ложится сразу же в кровать. Кто-то читает книжку в течение 5 минут, кто-то слушает любимую музыку и засыпает. Сформированный условный рефлекс, после которого человек закрывает глаза, всегда помогает уснуть. Ну что, спасибо вам за увлекательную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Алексей Борисович Малков, врач-невролог кабинета сна поликлинического отделения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье».